рухаємося далі. Далі наша тема звучить так. Кожний третій підліток України стає жертвою цькування в інтернеті. Про це ми поговоримо з нашим наступним експертом Маргаритою Журавльовою, завідувачем відділу психологічних досліджень Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз і кандидат психологічних наук. Пані Маргарито, вітаю вас. Добрий день. Кожен підліток зараз страждає від онлайн-булінгу. Що це таке онлайн-булінг? Розкажіть, будь ласка, більш детально. Ну, я думаю, что это может быть даже правовой немножко вопрос, потому что сейчас об этом стали говорить много, да, изменилось наше законодательство, но буллинг, он всегда был, и, собственно, это какие-то издевательства, преследования, возможно, угрозы, высмеивания в отношении ребенка, которые совершаются одним лицом или чаще всего группой лиц и имеют системный характер и постоянный характер. То есть это не одноразовая какая-то шутка, например, неудачная в отношении человека, а постоянно какое-то, скажем так, преследование, да, и издевательство. То есть, собственно, если мы говорим о понятии, что такое буллинг. А касаемо того, что это сейчас появилось в интернете, опять же повторю, что это было всегда, на мой взгляд, и мы с вами, наверное, помним, у нас даже фильм такой был очень старый, «Чучело» назывался, да, и вот именно там мы как раз-таки видим буллинг во всем своем вот проявлении. Только сейчас, скажем, естественно, дети уже используют не непосредственный контакт, а очень часто делают это в интернете, потому что часть общения сейчас перешла туда, и особенно в ситуации карантина дети вообще большую часть своей жизни проводят именно в соцсетях и в онлайн-режиме. Зараз під час пандемії всі діти в онлайні, всі в мережах, вони більш спілкуються між собою, і тоді цей булінг, він прогресує більше, так чи ні? Чи, мабуть, я не права? Я думаю, что, не знаю, у меня вот данных таких нет о том, что да, у нас есть прогресс в этом отношении. Я думаю, что это детская и подростковая особенность среда, она всегда, скажем, имеет такие проявления. И, наверное, здесь фактор влияет, допустим, если явление усилилось, то скорее влияет фактор того, что дети действительно закрыты, скажем так, по домам. Растет некое домашнее напряжение, может быть, в отношениях с родителями. И, собственно, дети, они склонны то, что они видят дома, или то, что они переживают на себе транслировать в свой мир. То есть, если дома происходит, а, кстати, очень часто такое есть, да, воздействие какое-то, постоянно, допустим, родители тюкают, рассказывают, что ребенок какой-то не такой. Это тот же самый, мы просто не употребляем это как понятие буллинга в семье, да, у нас нет такого, там у нас другие термины, скорее, там, психологическое насилие. А это та же самая форма поведения, то есть то, что ребенок выносит потом в среду своих сверстников, и, собственно, как его дома научили общаться, так он, собственно, и общается с другими людьми. Но я ни в коем случае не говорю, что всегда буллинг, он связан именно с какими-то семейными вопросами, но в большинстве случаев это действительно так. Пані Маргарито, а скажіть, будь ласка, чи є якісь поради, як допомагати батькам, товаришам постарше, нашим дітям, які так багато часу проводять в соцмережах в онлайн? Ну, если мы говорим о какой-то профилактике буллинга, да, то, на мой взгляд, как все говорят, поговорите со своими детьми о том, что такое буллинг и что этого нельзя делать, если ты с этим столкнулся, да, как ты должен на это реагировать. Но, по сути, очень часто я в своей практике сталкиваюсь с тем, что родители не знают, как поговорить, да, как ребенку, что я должен об этом сказать. И чаще всего разговор родителей с ребенком, он сводится к тому, что я тебе выскажу свою точку зрения, да, и скажу, вот, как правильно. Но это, кстати, еще не самый плохой вариант. Самый плохой — это когда родители начинают пугаться этого явления и транслируют ребенку страх, возмущение. Да, допустим, ребенок пришел и поделился: ты знаешь, мама, там у меня вот такая ситуация, вот кто-то у меня там угрожает мне. И видит на лице родителя страх, тревогу, да, родитель
транслирует ребенку, что он, собственно, не знает, как противостоять этой проблеме. Вот это такая очень нехорошая тенденция и то, с чем мы должны бороться. То есть родитель — это тот человек, который должен осуществлять поддержку и должен транслировать ребенку о том, что в любой ситуации я тебе помогу, и я знаю, что делать, и даже если не знаю, я найду способ решить эту ситуацию. То есть первое, что мы делаем, да, нормально реагируем на ситуацию, если нам что-то стало известно. Второй момент, что мы должны делать, это, собственно, задать ребенку вопрос о том, скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать в этой ситуации. То есть это в том случае, если ребенок сам столкнулся с буллингом. Либо же, если вы обсуждаете ситуацию, которая коснулась там кого-то, или же ваш ребенок, что не исключено, да, они тоже отрабатывают вот эти моменты, да, и вдруг вы узнали о том, что ребенок ваш как-то участвовал в буллинге другого человека. Здесь можно говорить о том, что, скажи, пожалуйста, как бы ты поступал в этой ситуации? То есть как ты считаешь, что чувствует этот человек? Стандартный вопрос абсолютно, да, мы с вами его знаем, но на самом деле встать на место другого и почувствовать это, дети, допустим, 10-12 лет, у них еще нет этого механизма, они об этом не задумываются. Они просто что-то делают в отношении другого человека, ну, исходя из своих там внутренних потребностей. И вот этот вопрос, а что он чувствует, а что бы ты чувствовал? Да, и как ты собираешься поступать в этой ситуации? То есть это очень такие важные вопросы, которые дают нам возможность проанализировать вообще, что в голове у нашего ребенка, да, как он собрался действовать, как бы он действовал, если нас не было. И, собственно, на основании этого уже что-либо корректировать. А не, допустим, сразу транслировать свою точку зрения нам, как родителям, а может быть, ребенок уже в принципе сам до этого догадался, да, и он гораздо больше в этом вопросе пошел, чем мы с вами. Ну вот это, наверное, так, если кратко. Скажіть, будь ласка, а як пояснити дитині, що кібербулінг – це погано, і буліти іншу дитину – це не розвага, а це проблема, яка може дати великі такі наслідки на все життя? Ну, собственно, это то, о чем мы с вами говорили, да, говорить о чувствах, о том, что чувствует другой человек, и транслировать, наверное, такие ценности о том, что если ты сильный, если ты в этой ситуации сильный, ты считаешь себя сильным, и ты считаешь, что ты вправе становиться над другим человеком и, скажем, вот осуществлять по факту это агрессия, да, агрессивные действия, то на сильного всегда найдется кто-то сильнее, и ты действительно можешь сам оказаться в этой ситуации. И, кстати, исходя из, скажем, таких законов психологии, вот когда есть жертва и есть абьюзер, да, человек, который издевается, эта ситуация, она всегда такая ситуация перевертыш, потому что если нет, человек-жертва, кстати, очень часто становится сам абьюзером, если теряет вот связь со своим обидчиком. И также и наоборот. То есть в любой вот этой ситуации ты можешь стать таким же человеком. Если мы говорим о школьном буллинге, да, допустим, в соцсетях дети кого-то из своих одноклассников преследуют, да, или как-то там нехорошо отзываются, это постоянно имеет ситуацию. Это говорит о том, что не очень здоровый климат вообще в конкретно этом коллективе. И тем более, если коллектив по отношению к одному человеку позволяет себе такое воздействие, да, то не исключено, что на месте этого человека окажется кто-то другой. То есть, но опять же повторюсь, что через чувства дети еще не имеют механизма, они в до подростковом возрасте, не в подростковом, скажем так, становиться на место другого человека и задумываться о том, как в этой ситуации себя чувствует другой человек. И, собственно, наша с вами задача постоянно детей возвращать к этому. Да? А как он себя чувствует? Если ребенок говорит, я не знаю, как он себя чувствует, давай подумаем, представь себе. Да? Я бы, например, себя чувствовала бы вот так. Да? Может быть, у вас были в жизни какие-то ситуации, когда в отношении вас были, да, какая-то там травля или, во всяком случае, какие-то слова, которые вас задевали. То есть все это рождает диалог между нами и детьми и, собственно, вот является тем путем, которым мы можем осуществить вот эту профилактику вот такого негативного воздействия в интернете. Пані Маргарито, кожен третій підліток в Україні стає жертвою. Це така велика статистика. З чим це пов'язано? Я думаю, мне как психологу сложно сказать, с чем это связано, да, и чем обусловлена такая статистика. Каждый третий ребенок. Я думаю, что
Может быть, действительно, но если исходить из общих, знаете, психологических таких основ, да, может быть, ситуация в семье, потому что иных путей у нас здесь нет. Ну как, семья и школа. Какая еще социальная, скажем, это ситуация развития ребенка, да? Наверное, я думаю, что какое-то невнимание со стороны школы к таким вопросам. Мы сейчас сталкиваемся с буллингом как в отношении учителей, так и учителя относятся к детям. То есть там разные варианты, скажем, недостаточное внимание школы по отношению к тем ситуациям, которые возникают в классе. Я думаю, что о многих вещах учителя не знают. Опять же, мы здесь ни в коем случае не говорим о том, что вот виновата школа, потому что сейчас очень большая нагрузка на учителей, тоже там свои, скажем так, проблемы. Ну и дома мы тоже очень многие вещи не замечаем. И спрашивают ли родители о том, да, с кем ты общаешься? У всех ли родителей есть родительский контроль телефона своего ребенка? То есть я думаю, что далеко не у всех, и, скорее всего, вот это является вот такой лазейкой. Ну и не говоря о том, что это, в принципе, сейчас тема достаточно новая для нас, да, само пространство интернета не так давно появилось вот в таком количестве в наших жизнях, и поэтому мы только начинаем идти по этому пути и задумываться о том, ага, нужно контролировать, и нужно действительно как-то помогать ребенку выстраивать свои отношения в сети. А якщо чи вчителі, чи в родині побачили, що з дитиною коїться щось не те, але дитина дуже закрита і боїться признатися в тому, що страждає від кібербулінгу, що тоді робити батькам? Що тоді робити вчителям? Если ребенок слишком закрытый, у него нет, скажем так, доверенного лица в виде взрослого, с которым он может поделиться, и это все-таки должен быть взрослый человек, то есть, может быть, не родитель, а хотя бы старший какой-то там брат-сестра, ну, уже там, которому исполнилось 18 лет, то это уже, скажем так, проблема, на которую нужно обращать внимание. И там может быть за этой скрытностью все что угодно. Родители, конечно, часто жалуются на то, что вот ребенок, мой подросток, он скрытничает, да, я не знаю, что там у него в жизни происходит. Для подросткового возраста эта ситуация нормальная. То есть такая некая секретность, завуалированность своей личной жизни для подростка — это нормально. Если вы видите перед собой своего веселого, счастливого, ну, во всяком случае, временами подростка, который там активно занят со своими друзьями, может, имеет хобби и так далее. А если уже этот закрытый от вас подросток, да, проявляет, скажем, какие-то признаки депрессии, да, печали, закрывается вот в негативном плане, то это однозначно вопрос, с которым нужно обратиться, я думаю, что к психологу, хотя бы к школьному психологу, если он есть. А если нет, то, соответственно, ну, к другим квалифицированным специалистам. Пані Маргарито, останнє питання дуже-дуже коротко. Скажіть, будь ласка, від кібербулінгу страждають лише діти чи дорослі також? Дуже коротко, будь ласка, бо маємо мало часу. Я думаю, що взрослые теж страдають, але, може бути, в меншому об'ємі, скажімо так. Добре, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Я нагадую нашим телеглядачам, що говорили з пані Маргаритою, кожен третій підліток в Україні стає жертвою цькування в інтернеті. З нами на зв'язку була Маргарита Журавльова, завідувач відділу психологічних досліджень Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, кандидат психологічних наук.